Дорогие гости, как вы думаете, какой сегодня праздник? День рождения. Ой. День рождения какой? Ой, 50 лет сыну. Новый год. Точно, 1 сентября. Новый год. День рождения. Твоё день рождения. Наша свадьба. Как вы думаете, кто из гостей пришел без подарка? Мама. Это папа. Все вместе. Я. Точно. И Валентин Александрович. Я. Бабушка. Наверное, это от меня зависит. Потом узнаем. Я. 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 И ты. Да. Мы. Дети. Валюша. Валюша. Ну, жених, конечно. Васильев, Влад. Миша. И Коля. Миша и Коля. Жених. Что вы подарите нам на свадьбу? Генерал. Шампанское. Водку. Все, что хочет. Гаррет 55-й. Лексус. Может, Лексус? А разве это надо считать? Скучно становится, если все подсчитывать. Наверное, Лексус. Лексус спортивный. Лексус? Наверное, да. Что там еще может быть? Феррари. Ребята, а вот когда вы познакомились с нами? У 12:30. Только что. Ой, а когда? Сегодня. Сегодня. Не, вчера. На кухне. Да. 10 утра. Сегодня. Около 3 лет. Около полугода. Какой около полугода? А сколько? 2 года. Меньше недели назад. Сейчас 21:11. Ой, только что. В лимузине. В лимузине. Ой, буквально недавно. 15 секунд назад. Вот нам интересно стало. Вот как вы думаете, какими мы будем в конце свадьбы? Ну, это надо посмотреть на своих родителей. Типа меня что-то. Как и сейчас, молодыми и красивыми. Как и я. По-моему, очень печально будет. Ну, что печально, ты что? Они будут так рады этому прекрасному дню. Офигенно. Да. Милыми и приятными. Шикарно. И очень весело. Ну, дай бог. Кто ползти? Дай бог не так, как после свадьбы моего сына. А это уже от них зависит. Кто как. Даже не знаю. Как и все. Это конфиденциальная информация. А вообще, гости дорогие, на чью свадьбу вы пришли сегодня? Елена, Валерия. Сами приходят. Людмила. Того дня. А кто был этажом? Я где-то видел. Лохус. Лохус, да, Лохус. Ой. Масяня. Людмила и Вася. Саша. Коля. Меня не зовут, я сам прихожу. А какие блюда будут сегодня на столе? Кофе с пирожком. Яичница. Яичница с картошкой и с колбасой. Яичница. 3 корочки хлеба. Котлетку. Я так стыдно, наверное, не помню. Пельмени. Яичница. Все. Макарон. Абсолютно все. Шоколад, салаты. Яичница. Ну, там ралтончик. Чебуречек, ралтончик, пивасик. По-моему, нормально. А пить мы что будем сегодня? Молочный коктейль. Яй. Рассол. Генерал. Шампанское. Все, что горит. Все, что горит. У нас бармен будет. Начинается. Я не знаю, название еще не придумал. Что нальют. Что нальют? Ну, очевидно, после свадьбы минерал. Шампанское. Кофе, наверное. Шампанское. Ну и все остальное полагающееся. Ну, что-нибудь покрепче, может быть. Чай. 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 Воду холодную из-под крана. С активированным углем. Чайная кольцо. Куда Алина, мы по взгорьям. У нее какие-то импортные песни, я их не знаю. В лесу родилась елочка, а рядом с нею пень. Просил тут пень у елочки. По 10 раз на день. Где же ваши ручки? Но. Но я и не знаю. Но мы и не знаем. Любишь ты Сережку больше, чем меня. Сережки, ты вздыхаешь зря. Честно, не знаю. Пусть бегут неуклюжие. Все для тебя. Рассветы и туманы. Ду. Духаст! Духаст меч! Черный бумер, черный бумер! Я бы сказал, Жигули. Дозывалит.